Так, ну что, здоров всем. Хочу записать, сделать такой маленький ролик. Так, оружие с Танатоса. Как его улучшить? Ну и в перспективе, что с ним вообще можно сделать. Вот. То есть нам нужно что? Нам нужен персонаж уровня, наверное, 130-го. В экипировке эдемском. Максимально, по-моему, он до 150 уровня, вполне его достаточно. Даже можно обойтись без грейс экипировки. Вот. И все. И будем фармить инстанс, госпалас. Я в него сейчас не пойду, я показывал. В него уже ходил, у меня видео есть. Потом нам нужен вот этот человечек. Вот тут, начиная с карты Сакрая. И идут чанты одноразовые и вещи с Танатоса. Вот, я уже купил за сотку топор двуручный, буду на механика делать его. Вот, заточил. Что потом нам надо? Кроме того, что если вы играете с нуля, у вас нет ни одного сгустка, вы хотите оружие, например, такой же топор, надо 100 потратить на топор. Чанты пока можете не ловить. 300 сгустков дополнительно. Танос Виапан Реформ Куб, чтобы модифицировать оружие. И 2 ляма. Танос Реформ Куб можно либо выбить в тяжелом режиме Госпалоса. Какой-то шансом он выпадает. Либо купить на Венде. Вот я прописал. Вот 15 миллионов. 4 штучки у чувака есть. Дальше next. Еще есть всякие варианты. Оружие уже можно готовое. Кто-то что-то продает. Взять, да? Вот, ну. Вот так. Либо вы выбиваете его, либо вы его покупаете. Собственно, как и должно быть. Не хотите выбивать, заморачиваться, идете и покупаете, вопросов нет. Так быть и должно, повторюсь. Все, когда у нас собраны предметы, вот, мы ищем здесь в списке топорик. Это мой топорик, Thanos Axe AD, вот этот будет. То есть при физической атаке дает рандомный шанс восстановить 2500 хп и 50 сп. Каждые 4 секунды. Дополняет за каждые 2 заточки оружия. На атаке 10. За 3 повышает от торнадо. Акс торнадо. Скилл для механика. Задержка умений. Задержка после атак уменьшается. Кулдаун. Акс торнадо. Снова на акс бумеранг. И если на 1 заточено, повышает физический урон по всем размерам противника, маленьким, средним, большим, на 15. И повышает ближний физический урон на 15. Также есть опциональное дополнение Great, так называемый DC, то есть 2%, и дамаг с Axe Stomp на 10%. Вот P атака плюс 1 и еще сильнее бустит скилл, но это уже, по-моему, мейстер, если я не ошибаюсь. Уровень 190, нужен механик. Уровень оружия 5. Все. Прежняя заточка, естественно, сохраняется. Вот, пожалуйста, предмет готовый. Охеренный топор на механика готов. Его можно еще поднять, но там пока такого куба я не нашел. Он там очень дорогой. Ну, это как бы... Вот, весит 600. Так, а 350, двуручный. Две карты, пожалуйста, вставляйте. И у вас на механика есть охеренная пушка. Просто охеренная. Получше, чем Сейнбраха. Ну, Сейнбраха, по-моему, она дает на ветку не топорщика, а на ветку техника. То есть там плазменный выстрел или что там еще. И такое вот, все. А вот это именно идет на ветку топорщика. Топорик. Такой.
Вот, есть, собираю билд, вот такой копейщик, вот статы. Это Dragon Knight. Вот, пока что покажу. Вот такая корона есть. Сделал с картой пурпурного ферруса. Боевой процессор пока что. Деньги закончились, ловить тут чанты можно. Ну, дальнюю физическую атаку еще можно одну поймать. Тут герой стоит. Эту броню буду делать с новую иллюзию, с 17.2. С модификатором у меня есть там несколько. Пока болванка с Питманом. Здесь пока затычка вот такая стоит. Это сет работает с короной, с вот этой. Вот он. Откат и урон за заточку дает с 1000 копий с вот этого скилла. Корона в связке с вот этим копьем. Что, белый рыцарь и этот охранник, короче, защитник. Это с водных садов, по-моему, с инстанции. Оттуда я бил. Тоже с копьем идет карта на копье. Одна двуручная копья на дальний физический урон за точки. Дальний физ урон. Пока стоит щит ультралегкий, магический. Игнорит броню всех мобов. After cast delay и так далее. Нейтральным элементом. Хочу болванку купить. Чищенный щит поискать. И буду на него вылавливать допы. Матбани ЛТ пока не буду делать кролика. Есть Калицбург, чтобы связка была с белым рыцарем. Вот. Очень хорошо себя чувствует рыцарек мой на фарме. Без рун хороший дамаг выдает. Здесь задержка, здесь. То есть я делал как бы доступный такой билдик. Его можно собрать, можно сделать. Ничего замороченного особо тут нету. Здесь фризер стоит с иллюзией. Почему? Потому что копье. Вот, смотрите сами. И пока пустые станатоса, сет аксов, изумрудные кольца. Здесь стоит гигант на атаку, потому что очень хороший урон, именно база, сила, атака. Тут стоит пока что. Ну, можно и фрит, МВП и фрита сюда пихануть, попробовать. Вообще будет шикарно. Ну, пока так. Что касаемо теневухи, то есть здесь у меня стоит декор, пока я его не чантил еще, поставил камень. Сет камней, пока накидки у меня также нет, пока этот сет в полной мере не заработает. Здесь Lord Knight второй, здесь стоит паладин с копья, здесь стоит еще один Lord Knight и вторая накидка Rune Knight, второй камень. У меня он есть, у меня пока накидки нет, но она появится. Сет перчатки. Плюс на дальнюю физическую атаку. Sonic Shadow Shot. Здесь стоит теневушка такая. Надо ее дотачивать. Дальняя физическая атака за две заточки. Атака, точность. Здесь башмаки. Опять же, повышает физический и магический урон по всем расам. Здесь то же самое заточки идет. Вот такая брошка. Или сережка это. Повышает физический и магический урон также по всем. Маленькие бусты плюс сет. То есть сережка и брошка. Вот это вот. Связки работают. Это что дает атака и одна за каждую заточку. Если на 7 еще дает процент хп. Если на 9 повышает урон. Опять же по всем еще процент. Вот так. Плюс накидка, ну, я накидку намочу, или куплю за зенни, или куплю за этот. Сейчас покажу. То есть собирайте, естественно, календари.
ежедневки. В конце 20 дня вы забираете вот такой. То есть, что он дает? У меня есть их два. По-моему, два. Сейчас посмотрим. Да, два. Вы снимаете их. И идете сюда. Подходите к чувачку. Вот он. Нажимаете сюда, то есть, и смотрите. Один кубок, рандомный костюм. Проклятые крылья взять можно. И навсегда поводья. А также бокс Зигфридов. Две можно бесконечное крыло мухи новичка взять не в аренду, а навсегда. Смон, купон смены имени. Две и шило, чтобы слотить, например, вот такие штуки. Если батл процессор у вас без слота, можно его заслотить вот таким шилом. И вот такой спешл бокс, то есть содержит 7 спешл слотов. А 3 уже, то есть тут вам на выбор дается купон, на ваш выбор накидки. То есть вы заходите потом сюда с этим купоном. И вот они пошли накидки. Вот они костюмы. Это все накидки. Разнообразные. И вы себе выбираете. Тут они также от сезонов есть. Вот есть скрытая накидка называется. То есть вы ее берете. То есть она у вас, но ее не видно на персонаже, если вы не хотите докорить его. Вот. То есть тот купон вам позволяет выбрать любую одну на ваш вкус и цвет накидочку. Вот так. То есть я либо на рынке куплю на Венде, там они бывают, продаются, либо возьму здесь уже. И все, в принципе, вот такой вот видосик небольшой. По Рагнароку еще, конечно, будут видео. Спасибо всем за просмотр большое. Всем пока.